Всем привет, меня зовут Дима. Я рад вас приветствовать на своем канале, посвященному домашнему алкоголю. И сегодняшний выпуск мы посвятим приготовлению новогоднего физа, либо джин-физ. Что же такое физ? Физ – это алкогольный коктейль, готовится на основе джина, сахарного сиропа, лимонного фреша, газировки и также с добавлением разных соков и разных сиропов. Мы будем готовить на основе джина. Для приготовления нашего новогоднего физа мы возьмем джин, трипл сек, спрайт, а также клюквенный морс и апельсиновый сок. Рецепт приготовления довольно-таки прост, и он подходит как раз к новогодним праздникам. Он подчеркивает прям преддверие праздника, и если вы приготовите дома и попробуете, то прям у вас поднимется новогоднее настроение, вам захочется веселиться, тусоваться и, наверное, включить «Иронию судьбы» или «С легким паром». Так, давайте приступим к приготовлению. Возьмем шейкер, наполним его льдом. Большое количество не обязательно, нам нужно просто все смешать и немножко охладить. Далее собираем коктейль. Возьмем трипл сек. Возьмем его 15 мл. Далее джина 30-ка. Клюквенный морс 50 мг. И дальше апельсиновый сок. Тоже 50 миллиграмм. Ну что, закрываем шейкер и размешиваем наш коктейль. Берем наш коктейльный стакан, наполняем его льдом. Так, наполнили наш стакан льдом. Немножко его охладим. Далее выливаем содержимое шейкера. Идеально. И далее нам понадобится спрайт. Это в качестве нашей газировки выступает. И доливаем его доверху. В шейкер мы не добавляли спрайт, так как это вода газированная. И мы бы не охладили вместе со спрайтом наш коктейль. Далее еще немножко размешиваем. Для украшения берем розмарин, также подойдет тимьян. Украшаем наш коктейль таким образом, добавляя в него прям новогоднее настроение и преддверие праздника. Если у вас нет настроения, то после того, как вы выпьете этот коктейль, оно у вас обязательно появится. Также трубочки. Вот такой коктейль у нас получился. Он очень красивый, он очень необычный. Это не простой коктейль, который мы привыкли все быстро сделать, быстро выпил. Его приготовили и наслаждаемся его вкусом. Давайте попробуем, какой он получился на этот раз на вкус. Он получился очень сладкий, он такой легкий. Алкоголя не чувствуется, здесь все охлажденное. Поэтому таких коктейлей можно выпить очень много и, в принципе, без всякого вреда для здоровья. По вкусу здесь преобладает клюквенный морс, наверное, больше, что дает вот эту вот новогоднюю нотку. И, в принципе, он такой, я бы не сказал, что он крепкий, такой лайтовый, просто попить его в качестве аперитива или в качестве поднятия новогоднего настроения всем рекомендую.
Да, он очень крутой, он легкий, охлаждает, и, в принципе, глядя на этот коктейль, поднимается новогоднее настроение. Всем, кому понравился этот коктейль, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!